Рассказ «Свадебное происшествие», которым мы начинаем нашу передачу, принадлежит перу известного советского юмориста Михаила Зощенко. Читает заслуженный артист РСФСР Олег Табаков. Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был такой грешок. Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже не видел, потому все главные события на улице развернулись. А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он, не раздеваясь, представился в прихожей, так сказать, на ходу, а познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае дней за пять до брака. Сидит он в трамвае и вдруг видит перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе, барышня аккуратненькая в зимнем пальто. И стоит от самой барышни в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет груди прижимает, а в трамвае, конечно, давка, пихаются, стоять, прямо сказать, нехорошо. Вот Володька ее и пожалел. Присаживайтесь, говорит, ко мне на одно колено. Все легче ехать. Да нет, говорит, мерси. Ну, так, говорит, давайте тогда пакет. Кладите мне на колени, не стесняйтесь, все легче будет стоять. Нет, видит, и пакета не отдает. Или пугается, чтобы не упер, или еще что. Глянул на нее Володька Завитушкин еще раз и прямо обалдел. Господи, думает, какие бывают миловидные барышни в трамваях. Едут так они две остановки, три, четыре. Наконец видит Завитушкин, барышня к выходу тискается. Тоже и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось познакомились, пошли вместе. И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал. Или она сразу согласилась, или нет. Но только на третий день пошли они и записались. Записались они в ЗАГСе, а после записи и развернулись главные события. После записи пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха, стол накрывает, гостей много. И вообще, семейное торжество молодых ждут. И какие-то разные барышни, кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят. А свою молодую супругу Володька Завитушкина еще в прихожей потеряла из виду. Сразу его, как на грех, обступили разные мамаши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, расспрашивают, в каком, дескать, профсоюзе находится. Только видит Володька, не разобрать ему, где его молодая жена. Девиц в комнате много, все вертятся, все мотаются, ну, прям с улицы, со свет хоть убей, не разобрать. Господи, думает Володька, никогда ничего подобного со мной не происходило. Ну, какая же из них моя молодая супруга? Стал он по комнате ходить между девиц. только одной толкнется, то другой. А те довольно неохотно держатся и особой радости не выказывают. Тут Володька немного даже испугался. Вот, думает, на чем засыпался. Жену уж не могу найти. А тут еще родственники начали коситься, чего этот молодой ходит, как ненормальный, и на всех девиц бросается. Стал Володька к двери и стоит в полном упадке. Ну, спасибо, думает, если сейчас за стол садиться будут, тогда может что-нибудь определиться. Который со мной сядет, то, да, значит, и есть. Хотя бы, думает, вот эта белобрысенькое села. В это время гости начали за стол садиться. Тут Володь Завитушкина волокут на почетное место и рядом с ним с одного боку сажают девицу. Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце. Ишь ты, думать какая? Прям думает, недурненькая. Без всякой шляпки и даже лучше. нос не так уж просится наружу. От полноты чувств Володь Заветушкин полез поздравлять и целоваться! Но тут и развернулись главные события, начали раздаваться крики и разные вопли. Это кричат какой-то ненормальный, на всех девиц кидается, молодая супруга еще к столу не вышедшая прибирается, а он с другой начал упражняться. Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха. Володьке бы, конечно, в шутку все превратить, а он очень обиделся. Володька кричит, а бес вас разберет, насажали разных баб, а мне разбирайся. Тут невеста в белом блохоне является и цветы в ручках держит. Ах так, говорит, ну так это вам выйдет боком. И опять, конечно, вопли, крики, и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры. Володька говорит, дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравший по такой канители. Но родственники поднажали и сыпали Володьку на лестницу. На другой день Володь с завитушками после работы зашел в гражданский подотдел и развелся. что он теперь холостой и снова может жениться на желающих. Григорий Горин. Хорошее воспитание. Рассказ читает заслуженный артист РСФСР Николай Парфенов. Хорошее воспитание не в том, что ты прольешь соус на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Так Чехов сказал в восьмом томе собрания сочинений. Удивительно мудрое замечание, между прочим. Я когда прочитал, тогда же поразился, как мне это самому в голову не пришло раньше. Считаем себя интеллигентными людьми, а не дай бог, кто-нибудь прольется за столом соус, так уж сразу шум, крики, а Чехов с этим борется. Он прямо говорит: хорошее воспитание не в том, чтобы значит самому не гадить, а совсем наоборот. Я когда это прочитал, то сразу решил что буду жить по Чехову. А тут как раз и случай подвернулся. День рождения жены. Ну, пришли гости, родственники, сослуживцы. Сидим, едим. Интеллигентные разговоры ведем про погоду, про дубленку, про то, про все. Хорошо так сидим, мирно. Соуса никто не проливает. Но тут один гость, некто Куликов, за бутылкой потянулся и фужер с пивом на скатерть и прокинул. Смутился, стал быстро пятно салфеткой вытирать. Я сижу, ноль внимания. Просто абсолютно не реагирую. То есть и, и сижу с таким видом, будто он ничего не проливал. Будто и, и, и не было этого. Но тут я замечаю, что никто не замечает, что я не замечаю, как он скатерть залил. Мне как-то обидно стало. И я говорю, хорошее воспитание говорю не в том, что ты не прольешь соус на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Гость Куликов покраснел и говорит, я никакого соуса не проливал. И я говорю, да при чем тут соус? Да дело не в соусе. Просто приятно, что здесь собрались хорошо воспитанные люди. Вот вы пиво пролили, а никто даже глазом не моргнул. И это очень радостно. Тем более, что скатерть новая, недавно купленная. Гость Куликов почему-то еще больше смутился, что-то стал бормотать и вдруг уронил тарелку на пол. Ну, тарелка в дребезги. Гость Куликов стал красный, как рак. Все молчат. И я стараюсь не замечать этого нового конфуза. Хотя про тарелку у Чехова ничего не сказано. Я говорю, да не смущайтесь, пожалуйста, какие пустяки. Да никто ничего не видел. Ну Бог с ней, с тарелкой-то. Она из сервиза антикварная. Саксонский фарфор. Гость Куликов почему-то весь затрясся. Бросился осколки собирать. До да отволнения скатерть зацепил. На пол посыпались бутылки, рюмки. Ну, все. Я губу закусил. Но всем видом стараюсь показать, что ничего этого не замечаю. Я даже наоборот так э, насвистывать что-то веселое стал, чтобы показать всем, как мне это все безразлично. И тут, представляете, жена Куликова вскакивает и кричит мне. Что вы третируете моего мужа? Я ей вежливо отвечаю. Никто вашего мужа не третирует. Наоборот, стараемся не замечать его хамство. Вот вы, например, своей вилкой в общий салат лезли, а я этого даже не заметил. Тут она чего-то заплакала, а все гости стали почему-то возмущаться. Какой-то родственник жены вскочил, кричит, уйдем отсюда над нами здесь издеваются. Я говорю, да кто же над вами издевается? Пришли, понимаете, пол замызгали, пепел в тарелке сыпите, пьете неумеренно. Я стараюсь этого не замечать, а вы еще что-то вякаете. Тут гости вскочили, бросились в переднюю за пальто. Я им кричу в догонку: ну и ладно, валите отсюда, попутного ветра. Это, конечно, я уже грубовато крикнул. Не надо бы этого. Мне бы им чего-нибудь из Чехова в догонку послать. Что-нибудь про соус или в этом роде. Но как-то цитаты не подобрал. Слава богу, бутылкой не запустил. Сдержался. Слышите рассказ Евгения Дубровина К любви через борьбу. Его прочтет заслуженный артист РСФСР Юрий Волынцев. Все началось с того, что я познакомился с одной девушкой. Это была очень хорошая девушка, почти без недостатков, почти потому что один недостаток у этой девушки все-таки был. Девушка сходила с ума от всего спортивного. Разные там соревнования, турниры, матчи, а главное, у нее из головы не выходили спортсмены. Она знала в лицо всех знаменитых спортсменов и даже часть незнаменитых. Вместо того, чтобы, как все нормальные, начинающие и влюбленные, ходить по кино, театрам, целоваться в подъездах, мы торчали в спортивных залах, на стадионах или дежурили у гостиниц, подкарауливая знаменитых спортсменов на предмет автографов. Ах, почему ты не спортсмен, говорила мне эта девушка, при случае и безо всякого случая. С ними так интересно, у нее сильный, стройный, малоразговорчивый. Ой, сначала я не обижался. Потому что считал себя в достаточной мере сильным, стройным и малоразговорчивым. Ну, во всяком случае, с меня всего этого было достаточно. Но со временем такие разговоры стали мне надоедать. Хотя я человек очень уравновешенный. Да и хотел бы я знать, кому это не надоест. Знаешь что? сказал я как-то этой девушке. Может быть, я не спортсмен, но для нормального человека у меня все есть, что надо. Даже, может быть, чуть больше. Потому что я люблю животных, особенно присмыкающихся. Довод насчет присмыкающихся всегда сильно действовал на эту девушку. Но нельзя же бесконечно эксплуатировать присмыкающихся. В общем, надо было что-то предпринимать. И дураку было ясно, долго в сердце этой девушки, но любви к присмыкающимся не продержусь. После некоторых размышлений я решил поступить в секцию классической борьбы. Нас запустили в зал. Вышел тренер, весь в белом. Белые тапочки, белые брюки, белая рубашка, белый ремешок от часов. Я в жизни не видел такого белого человека. И сказал, полчаса разминка. Все разделись и молча принялись наскакивать друг на друга. Тренер же сел за стол, положил перед собой тетрадку, достал секундомер и щелкает, щелкает им, а сам потихоньку поглядывает на нас. Стало мне любопытно, что это он там щелкает да поглядывает. Прошелся ненароком вблизи, вижу в тетрадке все наши фамилии. А против фамилий все цифры, цифры. Понятно! Он же присматривается к нам. Конкурс это так, фикция. Здесь возможны всякие случайности. Человек напряжен, следит за собой, скрывает свои недостатки. А сейчас, когда мы уверены, что за нами никто не наблюдает, мы стали сами собой. Расслабились, потеряли бдительность, распустили нюни. Выбирай кого хочешь. Все как на ладони. Ох, до да чего же этот белый тренер, хитрый парень. Ну, думаю, как хорошо, что я тебя раскусил и решил не терять ни секунды. Оглядел зал, вижу, возле меня человек гора разминается, играет мускулами, дышит усиленно, кровью весь налился. Разбегаюсь я и изо всей силы врезаюсь человеку горе головой в живот. Тот чуть качнулся и спрашивает, ты что, чокнутый? Ну, думал, значит, что я это по ошибке врезался. И опять играет мускулами, дышит усиленно. Второй момент я выбрал более удачный. Дождался, пока человек гора присядет на корточки, опять разбежался и как сигану ему на спину. Гора здоровенный же человечище. Лишь качнулся вперед и слегка достал руками пол. Но ничего, не вышел из себя, а лишь сказал, разминайся подальше, хлюпик. Глядывал я искоса на тренера, а тренер искоса за мной наблюдает. Заметил, значит, мои наскоки. Отдышался я и опять лежу за человеком горой. Удобного момента дожидаюсь. Наконец дождался. Гора одну ногу поставил на скамейку, другую оттопырил как можно дальше и старается пол через скамейку достать. Лучшего и не придумаешь. Разбежался, со всего маху обхватил оттопыренную ногу и помчался с ней в сторону. От неожиданности человек гора загрохотал на землю. Ну и рассверепел же он, схватил меня, как щенка, и запустил в дальний угол, а сам набычился и кулаком мне погрозил. Ну, рассердился, значит. Тут тренер манит меня пальцем. Подхожу, потираю ссадину на локте. Зеленки дать, спрашивает тренер. На что она? Мы люди привычные, отвечаю. Вдруг инфекция попалась. А я противоинфекционный. Шестерный язык, говорит тренер. Ты, парень, не в свою весовую категорию лезешь. Ты чего к Дробышеву привязался? Найди себе кто пощуплее и разминайся с ним. Тяжело в учении, легко в бою, говорю отошел и вижу, что теперь тренер глаз меня не спускает. Ну, думаю, заглотал живца. А гора уже кончил упражнение делать, перешел к бегу. Пробегает мимо меня, а я возьми, да и сковырнись ему под ноги. Гора так и растянулся, чуть ли не поперек всего зала. Вскочил, трясется весь. Ты что, ко мне лезешь, кричит. А сам мне руки ноги выворачивает, как кузнечку, мутузит кулаками. Еле отбили. Упал я на ковер, едва лапками шевелю. А гора все сердится, все наскакивает. Это псих кричит, его надо изолировать. Теперь гора принял все меры предосторожности, и мне ни разу не удалось застать его врасплох. Я просто бежал на гору трусой, выставив вперед кулаки. Гора хватала меня за шкирку и кидал в дальний угол. Я вставал, отряхивался от угловой пыли и снова бежал, выставив кулаки. И так раз десять, пока тренер действительно не изолировал меня, посадив на скамейку. К концу разминки пришел другой тренер, Весь в черном. Черные брюки, черные рубашки, черные тапочки и черный ремешок от часов. Я в жизни не видел такого черного человека. Вдвоем с белым они склонились над тетрадкой и принялись шептаться и щелкать секундомерами. Потом подняли головы и уставились на меня. Я понял, что разговор идет обо мне и навострил уши. Но слышимость была слабая из-за хруста костей и уханья, разминавшегося рядом горы. Я лишь расслышал два слова. Страшно моторный. В общем, меня приняли в секцию борьбы. Через три года я стал чемпионом Европы. Та девушка, моя жена, человек-гора, мой закадычный друг Вася Дробышев, был шафером на свадьбе.